Воин знает, что ангел и демон оспаривают его руку, держащую меч. Ты ослабеешь, ты не сумеешь узнать нужный миг. Ты боишься, говорит демон. Ты ослабеешь, ты не сумеешь узнать нужный миг. Ты боишься, говорит ангел. И воин изумлен. Оба говорят одно и то же. «Давай я помогу тебе», — продолжает демон. И ангел произносит, «Я тебе помогаю». И вот тогда воин постигает отличие. Слова одинаковы, да только разные уста произносят их. И тогда воин выбирает руку своего ангела.